и девчонки, а также их родители. Веселые истории, увидеть не хотите ли? Веселые истории, экран покажет наш. Веселые истории в журнале «Ералаш». Па-па-пара-пара-па-па-пара-пара-па-па-па. В журнале «Ералаш». Конец учебного года. Итак, Кисляков, посмотрим, что у нас. Я на многое закрывал глаза, на все твои безобразия смотрел сквозь... А, я на многое, извините. Володя, да, я неправильно задал. Не-не-не, все понятно. Я могу, если вам легче, в процессе жизни вашей игры подавать какие-то реплики. Я обычно так делаю. Физика 2. Я не понимаю. Опять одно и то же? Из четверти в четверть? Я на многое закрывал глаза. Я на все твои безобразия смотрел сквозь пальцы. Снято. У меня голова. Можно быстрее. Голова кругом идет. От твоих форм. Ой, стоп. Ты должен выйти. Один оборот сделать. Да, выйти на один оборот. А теперь у меня голова кругом идет от твоих фокусов. Извините, с головой. Ничего, ничего. Да, голова на месте. Все вот правильно. Пришли хорошо, а уход забегали глазки. До последнего смотреть на Валова, до последнего. А теперь от твоих... Отлично. У меня голова кругом идет. Хорошо, хорошо. А теперь у меня голова кругом идет от твоих фокусов. Да у меня таких, как ты. Целый класс. Практически на месте. Ты думаешь, что школа – это цирк? Что? Я на... Ну, давайте. Так и скажете, Володя. А камера у нас жестко. А вы выходите высоко, а мы технически... И не надо только из меня делать клоуна. Стоп! Снято! И почему не обязательно так далеко смотреть? Вот можно вот эти буквы рассматривать, которые вот здесь вот летят. Во-во-во-во! Отлично, отлично! Вот Антон голову вверх будет держать. У тебя в одно ухо влетает, а из другого вылетает. И не надо на меня смотреть, как будто я... Изверг какой-то! Стоп! Ребята, костюмеры, быстренько переодеваем нашего мальчика. Запомнили точку. Андрей, ты мальчик? Запомнил? Все, мальчик уже... Я запомнил положение. Нет. Рук. Плечо левой руки ниже. Да, она как-то рафье была сама по себе. Вот так вот, да. Вот так вот, да. Володя, вот в это положение войдете. Голова была, по-моему, чуть-чуть наклонена. Мотор. Есть. Камера. Изверг какой-то! Ты ж прям... Есть. Работаем. Тоже был маленький, как и ты. Стоп! Не надо на меня смотреть, как будто я... Изверг какой-то! Ну ты ж пойми, я тоже был такой же маленький, как и ты. Да я тебя насквозь вижу. Ай. Кадр 18, дубль 2. Работаем. Все, иди. Голова... Стоп. И получилось сейчас жестоко как-то. Иди отсюда. Все, иди. Все, иди. Голова у меня от тебя пухнет. Там такая грязная складка была. Она... Снизу рот. Снизу за рубашку потянулся. Там здесь рот у него здесь. Трясся выше слегка. Тряси, еще тряси. Трясанулся. Потрясываешь.
Стоп! Снято! Есть! И все! Мое терпение лопнуло! Завтра с родителями к директору! Понял! Работает! Тогда, Антон, начинай вдыхать, хорошо? Приготовились, мотор. Есть. Камера. Есть. 22 дубль 2. Антон. Евгений Иванович, да не парьтесь вы. Справлю эту двойку. Хватит, хватит. Хороший. Много левее, правее. Вот так вот. Запомни так. Камера, поехали. Володя, работаем. Стоп, снято. Ура! А также их родители. Веселые истории. Увидеть не хотите ли? Веселые истории. Экран покажет наш. Веселые истории. В журнале Ерадас. В журнале Ерадас. Отличный план, отличный. Да. Я могу больше размыть фон еще. Не надо, наоборот, мне Олег, нужен тот куда фон. Резкость, наоборот, резкость, да, нужна. Резкость. И может его чуть-чуть не хочешь, вот или ты для тумана здесь оставил. Хорошая дымка, я вообще ничего не вижу. Поехали! Едем и смотрим на места! Да, молодец, хорошо, едем! Да, такой, да, понты такие! Да! Отлично, стоп! Все, это снято! Камера! Есть. Поехали! Говори! Ну? Место сиди, рыба есть! И смотрим какая сюда, рыба? Сюда смотри! Пустую! Да разве такую палку что-нибудь поймаешь? Ха, небось по старинке на червя. Хорошо, стоп. Снято. Репетиция по тексту. Смеемся туда. Вот, о, вот. Плещется рыбка. Вот здесь плещется рыбка, смотрите, вот. О, плещется рыбка. На глубине стоит. Понял? Покажем класс. Глаз, стоп! Глаз, глаз не закрывайте вообще, глаз нету вообще просто. Сейчас, рыбки, мы вас вычислим. Работаем. Подними чуть-чуть, поднеси к реке его. Посмотри на реку. Да это не рыба. Подбегай. Кони. Во, повезло. Стоп. Снято. Эй, хвост чешуя, иди домой. Ловасиков лови. Опа. Стас, ты первый засмеешься, а ты подхватишь его смех и ржите. А ты начни движение. Эй, ты, хвост чешуя, иди домой. Головастиков лови. У вас получается однообразный смех. Вот вы как начали. Пускай он так. Нет, нет, а вы вот именно головастиков лови. Как сказал. Вот разноображивайте, не на одном дыхании, чтобы прошло это, а как бы засмеялся, тут бы продолжил смех тут же. Так, давайте, будем еще раз репетировать. Приготовились? Стоп! Снято, снято, снято. Приготовились? Играй! Смотри, так, одуревший, где это я? Какие коровы, а где река? Игнат, Игнат, поднимайся! Выше, выше, Игнат, выше! Выше, еще выше! Есть Игнат в кадре?
Слышь, пацаны, там в 2 километрах речка есть. Приходите вечером, порыбачим. Стоп, есть. Сама не пугай их. Погнали, коров. Камера есть. Пошли. Крути над головой. Едем. Давай, давай, давай. Куда ты уходишь? Нажалите на это самое цветок. Стоп. На кухне. Стоп. Снято.